Доброго здоровья, уважаемые посетители. Вечер, 8 часов. Что меня вынудило сделать видосик, это ваши комментарии, упоминания, отклики. Что я хочу сказать. Я даже как-то не ожидал, что мой флешмоб «Ватку с дегтем под пупочек, расшевелим листок клубочек». Вот, помните, Сержу я одно говорил. Не просто говорил, а когда пошли аскариды, вот эти вот полупереваренные, я ему посоветовал как раз вот это вот сделать. И под пупком, значит, чтобы он там у себя прощупал, что, чё, как. И вот он тогда говорил, что у него целая там область, как будто там деревяшка вставленная, твердая. А сейчас, говорит, а сейчас мягенько стало, отпустила. Ну, вы вот про листы и паразитов, вот так сказать, не расслабляйтесь. Это такие друзья, в кавычках, которые постоянно делают атаки на наш организм. И наша задача просто-напросто, ну, как бы сказать, держать их на минимуме. Итак, почитаем. Вот буквально таки 10 минут назад Любовь Черкова написала: «Здравия вам, Геннадий Петрович, а вот вам вопрос. Могут ли у нас проживать совместно грибы, грибница и гельминты? Одна сибирская травица, мол, утверждает, что если есть грибы, грибница, то паразитов быть не может. Или маловероятно, типа одна колония вытесняет другую. Могу сказать на личном опыте, они неплохо уживаются вместе. Выходит грибница медузой абрикосового цвета, а глисты и глистули именно прячутся в этой слизи, как в коконе, и множество травок, муравок, строчаток проходит мимо, если и зацепит, то немногих, так сказать, кто не сховался. А более опытные и зрелые особи имеют интеллект и через блуждающий нерв могут нами управлять и подавать нам смс, чего они желают покушать, мясо или сладкое и побольше. Смешно, конечно, звучит и похоже на сказочку, а в реалии становится жутко и страшно, видя тех чужих, кто проживает в нас самих». Я до этого практически все вам рассказал, что паразиты живут колониями. Как правило, слизь, глисты и вся там-то такая братья, инородная инфекция и так далее. Что касается, смотрите, вот если у нас имеется там, допустим, грибница, то вот, допустим, какие-то другие микроорганизмы она может вытеснять, но это на уровне микроорганизмов. И причем, знаете, на уровне микроорганизмов, даже нужных нам. А насчет патогенных, да, там их весь симбиоз. Поэтому не обольщайтесь. Я как раз говорил, почему не удается чистка печени, почему не удается копнуть хорошо наших друзей, аскарид и прочих там листов. Из-за того, что действительно вот эти все, особенно отвары, это вообще, ну... действие какое-то минимально. Они всасываются в кровь. Что касается желудочно-кишечного тракта, особенно отделов тонкого кишечника, толстого кишечника, да, они туда и не заходят. А вот что я вам рекомендовал. Я вам рекомендовал вот эти вот все травки, чтобы они были у вас перемолоты в виде порошка. И вот этот вот порошок, чтобы, смотрите, желудок, он не портил вам. Вы его заворачиваете в хлебный мякиш, примерно с горошинку, ну чуть побольше. Глотаете, ну и чем-нибудь там запиваете, чтобы это все быстрее прошло, грубо говоря, через желудок и пошло там дальше, начинает там, грубо говоря, действовать. То есть я вам как раз рекомендовал вот эти вот все порошки из-за того, чтобы они вот эту вот слизь, ну, который раз я говорю, так хочется, забивали собой, они забивали. Плюс, смотрите, могут забить, могут не забить вот это вот порошки эти травяные. Но зато, смотрите, ватка с дегтем на пупочек, под пупочек туда, такая опачки, она духом своим. Хотят там они это слизь, не хотят, спрятались они в слизи, не спрятались. Это все начинает работать на слизь, на глисту и так далее. Представляете, вот тут, грубо говоря, постоянно вас чем-то травят. Вы уже не можете выдерживать, не можете. А тут еще сверху добавляется вот эта вся эта противопаразитарка. И травки побуревой, я их перечислял неоднократно, травки побуревой. Вы можете вместо, допустим, той же тройчатки недельку попить вот эти как раз травки. Но дозировку уменьшаете раза в 2, а то в 3. Опять-таки в зависимости от собственного веса. Допустим, человек весит такой, как я, 100 килограмм, то он может там и, грубо говоря, в 2 раза уменьшил. А если человек весит 50 килограмм, как вот Наталья, там она 49 килограмм, она уменьшает 4, допустим, раза. Но все 3 раза, сколько она ест, столько она и принимает. И примерно неделечку, только хопочку, и пускай, знаете, душничок вы дали, и плюс пупочек. На пупочек все это отлично. Но кто еще, как бы сказать, смел, кто не брезлив, клизмы еще из упаренной до 1/4 уровня. Раз. Сколько, да, берете в грушу и делаете. Лучше всего на ночь сделали, посмотрели, что как. То, что надо выйти, что не надо, там останется. Продолжим дальше эту глистогонную тему. То есть мы зацепили аскариды очень хорошо. Дело в том, что их особо не возьмешь. Но вот все-таки нашли метод, который работает. Мария Афанасьева спрашивает: подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к лечению от глистов методом биорезонансным? Ну попробуйте. Как я отношусь? У меня нет этого биорезонансного метода, поэтому я ничего не могу сказать. Слышать я слышал. Мы многие что слышали. А вот увидеть то, что из нас выходит, когда мы делаем, это совсем другое дело. Дальше пошли. Кстати, вот смотрите, увлеченная рыбалкой. Говорит, заканчиваются 6-е сутки голодания, у меня в животе урчит и есть хочется. А вот это как раз может быть проявление глистов. Вот это как раз и может быть. Кстати, если я сейчас не забуду, я хочу вам сказать, а когда вот это все принимать, да? Надо сейчас, наверное, и сказать. А когда вот это вот все против глистов использовать? Вот смотрите, если у вас стул не формируется, тем более частые боли в животе, при продавливании живота, вот так легкой пальпации, у вас особенно под пупком болит, у вас имеются простуды частые, бронхолегочное заболевание, какое-то непонятное недомогание и прочее, пройдите курс противопаразитарочки. В любом случае это не окажет какого-то вредного действия, наоборот, улучшится. А вот теперь смотрите, как раз Сергей Матвиенко пишет на глисты у вас, что делать. Уж он там с ними столкнулся, и ему надо и продолжать это все дело делать. Смотрите, Петрович только что попробовал область под пупком, я ему постоянно говорил, так, делай массаж. И она мягкая, наконец-таки. А была, как доска, твердая. Ура! Молодец, Сержо Петрович, я обязательно налажу питание. Сержу, тебе просто-напросто, вот на первых порах, попробуй не переедать. Вот твоя задача вот просто не переедать. Можешь там вкусненького что-то есть, еще что-то, но не переедай. Я это знаю, но хорошо. Вот это то, что и надо было Сержу. Ну и дальше продолжать противопаразитарку курсами. Одно средство, другое средство, меняется. Что Сержо подчеркивает? Деготь в пупок ставлю, не переставая до сих пор. Воздикуют мин пью 3 раза в день, тадикам по 1 раз в день. Ну, и нормальненько, видите, результат налицо. Вот Нелли Соболь интересно пишет, это как раз вот она и побудила меня сделать вот этот вот видосик. Вот что она пишет. Благодаря вам стала пить зиру с гвоздикой. Делать деготь на пупок. То есть как раз вот эта зира идет туда, если там слизь есть, она туда встрет в эту слизь. Гвоздика, жгучая штука, которая вот эти все паразитов, их тельца, она их ожигает просто-напросто. Выжигает. Ну и деготь душняк. Только, знаете, как в газовой камере. Только раз делаем, такая пшш, туда и пошел. Вот этот вот пережженный дух, который сразу же не выносят никакие паразиты. Для них это смерть. Это знак того, пережженный, что их сжигают. И все, они сразу начинают текать и прочее. И смотрите, на 25-й день пошли аскариды большие, болел живот. Не просто, конечно, вся эта мразота сопротивляется, как-то там пробуют что-то там сделать, а вдруг перестанут. То есть вдруг вы их перестанете бомбить противопаразитаркой, перестанете вот это вот деготь ставить на пупочек. И да, переживем и опять. И вот все-таки на 25-й день долбануло их, что они, душняк, все, текаем. Болел живот. То есть, когда они открепляются, если они были прикреплены к стенке кишечника, то вот это вот открепление образуется, ну так я понимаю, ранка. Если они там сосались, тем более живые аскариды, они такие розовые. А чего розовые? Да потому что крови насосались, ё-моё. Вы ж помните, я вам видосик-то делал? Вы так посмотрите между делом, чтобы у вас это все в голове, как бы сказать, устоялось. Практически. Вот если, знаете, 0,5% людей есть без паразитов, я в смысле сейчас имею глистов, это, ну, большое дело. Практически задача паразитов жить так в организме человека, чтобы он и не подозревал, что они у него есть. Понимаете? И вот как раз, видите, на 25-й день только болел живот. Открепляется. И вот эти ранки, естественно, начинают болеть. Но она там быстро, будем говорить, быстро заживает. Стала делать очистительные клизмы через день. Листы выходят до сих пор. Жуть, конечно, жуть. Шо, это как раз выходит это самое. Конечно, любого жуть берет. Вот, совсем забыла, что еще голодую раз в неделю по 36 часов. Ну, голод это хорошо для, как сказать, общего, так сказать, укрепления организма, очищения там и так далее. Но что касается вот таких сроки голодания, они, что ни слизь, ни глисту, они не берут. Как они жили, так и жили. Так, подскажите, пожалуйста, травки по бурю принимать 1 раз в день? Лучше всего принимайте, я только что о них говорил. Травки по бурю принимайте раза 3 в день, но дозировку, во время каждого приема пищи, но дозировку уменьшите от 2 до 4 раз. Чтобы они только шли и протравливали, они очень мощно действуют. И они как раз не просто в желудочно-кишечном тракте, но они и влияют на печень, на то, что находится в печени, в желчном пузыре. Они все это хорошенько протравят. Так, и сколько дней? В недельку. Много не надо. Эти травки мощные, недельку попринимали. Дальше вы можете недельку отдохнуть, там что-то там другое попринимать. Там. Спасибо большое. А, видите, работает, работает. Вот тебе и флешмоб. Вот тебе и противопаразитарка. Вот мы и подобрали ключик к этим аскаридам. О-хо-хо. Вот такие-то дела. Да, вот... Фрэкенбок пишет. Посмотрела видео, где рассказывали, что у кошек и собак токсоплазмоз, и это для них нормальное состояние. Смотрите, это нормальное состояние в зависимости от дозировки, то есть от того, насколько их много в организме. Если их чрезмерно много в организме, они могут сожрать. А так они себе, знаете, там живут понемножечку. Да, и действительно это нормальное состояние. И при этом они являются источником заражений, ну, всего, что вокруг там. Тем более детей, людей, если там они живут в семье, ну... Я очень хорошо к животным отношусь. Котик там у нас ходит, собачка вы видели во дворе. Ну, вот как-то глажу и так далее. А зараза у них, конечно, есть. Это, как говорится, не отнять. На то не животное. Вот. А если человек заразится, то при токсоплазмозе болезни лечению не поддается. Учебник для высших медицинских учреждений. И болезнь долго тянется, тяжело лечится. Но смотрите, тяжело лечится, долго тянется, лечению не поддается. То есть вы противоречите себе. То есть, грубо говоря, заразились и на всю жизнь. Знаете, так где-то там подавили, не подавили, потом бросили, они опять размножились, подавили, не подавили, они опять размножились. Вот что я ответил. У них учебник так написан, что у него ничего не лечится, ничего не лечится. А у нас другой учебник, понимаете, и вот этот учебник я сам для себя пишу и написал, и вы видите его эффективность. У нас все лечится, если человек хочет вылечиться, действительно, и использует свой главный инструмент ум. А если он не хочет, и вот это кто-то за него что-то там сделает, естественно, вот так вот и получается. Так, а сейчас я некоторые дополнения сделаю по изготовлению упаренной до 1/4 урины. Отличная вещь. Важный момент. Примерно нагрев идет минут, ну, допустим, 30. Потом появляется ключ. Так вот, когда нагрев кончается, где-то минут 30, что происходит? Происходит, пена появляется. И эта пена может сбежать. Вот поэтому надо подежурить, для того, чтобы в случае чего там пену лишнюю эту снять. И дальше, как появится ключ, пускай все это выкипает. Ну вот сначала накипело, а теперь она так упаривается. Я думаю, электричество, ну, электричество в порядке. Вроде все тут греется. Сейчас я упариваю 2 литра. 2 литра. Вот у меня палочка. Вот этот рожок, видите? Как раз по этот рожок, чуть-чуть меньше, будет 1/4. Упаривается уже долго. Сейчас посмотрим. Важно, важно не пропустить. О! О! 1/4 готова. Все, больше не надо. Иначе это будет мыло. Все, заканчиваем. Выключаем. Здесь выключаем. Особенность еще заключается, знаете, в чем? Если мы оставляем вот это вот на плитке кипеть, она выкипит еще меньше. Поэтому снимаем. Вот она, упаренная до 1/4. Видите, осадок, все как положено. Все сделалось так, как надо. Вот она, 1/4. Ха-ха-ха. Как я вовремя пришел. Значит, всегда проверяйте, потому что чем меньше становится урины, то есть сначала это 2 литра, она потихонечку выкипала. Потом, когда литр, она выкипает гораздо быстрее. И тут важно не прозевать этот момент уморы. Выключаем. В этой бутылке 2-литровой была урина. точняк. Упали на до 1/4 урина. Это уже материал, с которым можно работать. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлик и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.